Приветствую! Я Татьяна Фомичева, автор проекта «Кристаллософия». И сегодня мы говорим про хризоколу. И хризокола – это вот такой сине-зеленый камень. Насыщенность расцветки может быть разная, она такая вот как бы пестренькая, но это очень нарядный и достаточно легкий минерал. Еще называют хризоколу эйлатский камень, и название произошло от местности Эйлат. Хризокола может выглядеть в породе вот так, в более нарядном виде, когда она отшлифована вот так. Она может иметь внутри себя вот такие вот совершенно напоминающие агат, ну, как бы дырочки, и как будто бы там собираются расти какие-то другие минералы. Это она такая получается, когда она смешалась с кварцем. Так вот, хризокола – это совершенно женский камень, медь содержащий минерал. А медь – это, в общем-то, женская энергия. Это то, что помогает женщине проявлять свою женственность и иметь здоровую кровь для здорового потомства и здоровую репродуктивную систему. Поэтому это камень женский. Более того, за счет того, что он вот такого вот свежего цвета, он всегда оттеняет красоту любой женщины. Поэтому украшения с хризоколой очень украшают всех женщин, и даже считается, что это украшение женщине должен подарить ее мужчина в знак того, что он ценит ее красоту, и он хочет, чтобы эта красота у его женщины не увядала и была сохраненная на много лет совместной жизни. Так вот, хризокола – это вот такие вот камешки, которые могут быть более яркие, более бледные, могут вот напоминать вот здесь вообще как мел или как цемент, но если вы его намочите, то цвет проявится во всей яркости. В хризоколе могут быть различные включения, такие вот коричневые, рыжие, и весовое, как я уже сказала, весовое содержание может быть тоже разное. Хризокола лучший женский амулет для сохранения красоты. Лучший женский оберег для сохранения женской чести. Лучший женский аксессуар для преподнесения и сохранения своей красоты. Камень подходит девочкам. Девочкам в период полового созревания, для того, чтобы все проблемы этого возраста происходили мягко, комфортно и без каких-то осложнений. Камень, который помогает и снимает предменструальный синдром и помогает протеканию этих ежемесячных процессов в женском организме. Также камень здорового потомства и хорошего выкармливания. Поэтому если у вас намечается ребеночек, если он уже родился, вам надо кормить грудью, вам надо, и особенно если это девочка, то этот камешек для вас – как ниточка украшения, или же просто какой-то камешек на шнурочке. Очень будет полезно. Если в вашей крови недостаток меди, этот камень, добавленный в вашу ауру, будет спонсировать выработку меди, или же будет добавлять вибрацию меди в вашу ауру, и ваша кровь будет отвечать и, соответственно, стараться восполнить это из информационного поля. Да, из информационного поля информация в вашу кровь попадает. И хризокола очень хорошо эту информацию сообщает. Ко всему же, это камень отдыха для глаз. Это камень для того, чтобы, утонув в его расцветке глазами, вы получили моментальное
успокоение, моментальный отдых. Словно вы смотрите на синь Южного моря. Поэтому освежает, успокаивает нервы и помогает иметь мир между мужчиной и женщиной. Именно гармоничным отношением между мужчиной и женщиной. Мирным, комфортным и ласковым. И это Хризакола, и я, Татьяна Фомичева, автор проекта «Кристаллософия».